Здравствуйте, сегодня у нас очередной обзор. На обзоре будут представлены вашему вниманию кроссовки от Adidas. Модель сама называется Climacool AT360. То есть модель летняя для прогулок с технологией вентиляции 360 Клайма. Сейчас покажу, как это все выглядит. Такие вот кроссовки. По всему периметру идет двухслойная сетка сверху. Такие большие дырочки. Внутри микропористая сетка. Модель очень хорошо вентилируется. Также идут вставки синтетические для поддержания конструкции. То есть здесь такой противоударный носок. Специально захват под палец, чтобы это место не протиралось. Как обычно, логотип. То есть сам верх бесшовный, то есть все сделано на клею для облегчения конструкции. Язычок, дырочки такие насквозь. На язычке здесь мягкий подклад тоже идет. Здесь вот тоже полностью насквозь продувается. Плотная пятка, стабилизатор в пятке стоит. Пятка мягкая. Здесь твердая, здесь мягкая. Промежуточная подошва идет этил винилоцетат двойной жесткости. То есть по амортизации это как бы не кроссовки, а больше как кеды идут. То есть для прогулок летом, для поездок на машине будет идеальный вариант. Летом вообще прям. Износостойкий протектор идет, износостойкая резина, то есть не марка. Туда вставки такие вот, дырочки для красоты больше, то есть они там не вентилируются никак, то есть вот так вот сделано. По весу очень легкие, то есть легче, чем все остальные кроссовки. Вот это 40 получается, 40, 44 европейский, 42 российский, весит 240 грамм. Я мерил, 41 размер российский, весит около 215 грамм, то есть реафлексы, которые были самые легкие, весили около что-то 250 грамм, 260, то есть самая, наверное, легкая модель из всех кроссовок вообще существующих. Так, сейчас посмотрим. Шнурки здесь круглые, такие плотные, развязываться не будут. Так, внутри вот так вот все выглядит. Все просвечивает, все продувается. Стелька, сейчас посмотрим. Стелька из этил винилоцетата здесь. По толщине вот такая вот. Плотная такая стелька. С этой стороны вот так вот все выглядит. Так, сейчас посмотрим. Здесь вот подклад такой сеточный. И все прошито. То есть по всему периметру. Здесь вот, вот так вот все. То есть кроссовки очень легкие. Для лета самый раз пойдут. Розничная цена примерно этой модели около 4500, там плюс-минус. У меня такие стоят 2200, то есть вот такая вот модель. В принципе, на этом все. По
Подписывайтесь на канал, впереди еще больше обзоров. До свидания.